Здравствуйте, это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем наши врачебные консультации. Вот очередное письмо нашего зрителя. Здравствуйте, мне 29 лет, живу в Красноярском крае, образование высшее, гуманитарное, в процессе развода, православное, на исповеди не была, крещена, замужем три года, муж с вспыльчивым характером, груб, у меня характер обидчивый и очень ревнивый. Выгонял из квартиры, уходил из дома сам. Потом извинялся. И жили до новой ссоры. Оскорбляет так, что каждый раз это жуткий стресс. Не могу уйти, готова все простить, лишь бы был рядом. Сейчас состояние критическое. Много дней почти не ем, не могу есть. Спазмы, только плачу. Жизнь потеряла всякий смысл. Обращались к психиатру, Пью успокаивающие таблетки, но это не помогает. Сейчас он уехал, а я не могу жить. Помогите. Вот мы видим на таких примерах, как нелегко создавать семью. Мы достигаем половозрелого возраста и чувствуем потребность в этом. Мы хотим быть мужем или женой. А что это такое? Как этим пользоваться? Для чего это? Вообще, что такое семья? Что такое брак? Кто такой муж? Кто такая жена? Какие у них отношения друг по отношению к другу? Какие обязанности? Какие права? И когда мы это свое природное стремление вступить в брак пытаемся реализовать, то не имея элементарных представлений о том, что такое семья, и вообще зачем мы это делаем, мы загоняем себя в какой-то тупик, духовно-нравственный тупик. Мы чувствуем в себе потребность быть мужем и женой, но мы не можем ее реализовать. Мы чувствуем, что нечем, у нас нет этого, ну что ли, потенциала такого внутреннего, чтобы свое намерение быть мужем и женой принести до конца. Так, чтобы оба были счастливы, оба получили от этого удовлетворение и оправдание тому, что они есть на белом свете. Наоборот, мы видим, что желание быть счастливым в браке наталкивается на такие непреодолимые препятствия, что мы вынуждены быть испытывать только несчастье, только страдания, только какие-то крушения судеб. Иногда даже это все с кровью происходит. Дело в том, что мы основательно забыли, что такое семья. Мы почему-то думаем, что это ну, такое человеческое изобретение. Раз мы мужчины и женщины, ну, значит, надо как-то устраиваться здесь на земле так, чтобы вот это сильнейшее стремление друг к другу как-то реализовать, чтобы это было и полезно, и приносило какое-то удовлетворение в жизни. И вот у нас есть какое-то такое представление о семье. Мы знаем, что много-много поколений людей жили семьями, выходили замуж, женились, рожали, воспитывали детей. Есть какие-то варианты э, национальные э, брака, семьи. Вот есть какой-то христианский брак, мы знаем. Ну а как? Как рассчитывая только на себя, думая, что семья это человеческое изобретение, как можно самому построить семью? Да никак. Вот, мы сейчас видим как раз последние, особенно 20 лет нашей истории, что одними человеческими намерениями построить семью невозможно. Слишком слабое человек существо. Вероятно, это не человеческое изобретение семья. И если мы с вами поизучаем немножечко Священное Писание, то мы увидим, что да, действительно, это создание Божье. Семья это то, что создал Бог. Это способ жизни для человека. Человек призван к тому, чтобы быть мужем или женой. После грехопадения, человеческая природа, полнота человеческой природы, это муж, жена и дети. Мы не индивидуумы. Если Бог создал нас мужчины и женщины, значит мы друг без друга жить не можем. Значит мы предназначены друг для друга. Значит мы должны быть вместе. Да прилепится жена к мужу и будут двое, одна плоть. Вот до какой степени мы должны быть вместе. Вот это и есть. Богом заданный способ жизни для рода человеческого. После грехопадения люди услышали от самого Бога. Адам услышал, в поте лица будешь добывать хлеб твой насущный, а Ева услышала, в муках будешь рожать детей твоих. Вот призвание для мужчины и для женщины, когда они живут вместе. Итак, семья – это то, что задумано и создано Богом Человек разрушил это, это райское состояние человеческой природы. Этот союз мужчины и женщины распался. И вот всю историю рода человеческого мужчины и женщины пытаются восстановить это разрушенное единство между мужчиной и женщиной. И наиболее удачный, наиболее полезный вариант, соединение мужской и женской судеб, это, как показывает история, это христианский брак. Когда слабое человеческое намерение быть мужем и женой, создать семью и соединить две жизни в одну, подкрепляются благодатью Божией. Когда два церковных человека, вступая в брак, принимают благодать Божью в таинстве Церкви браковенчания. Они доверяют друг друга Богу и потом всю жизнь предстоят перед Богом со своим слабым намерением быть мужем и женой. Вот тогда то, что невозможно человеку, делает Бог. От человека старания, от Бога результат. Только тогда мы можем преодолеть свою гордыню, свою самость, свой эгоизм, свое желание настоять на своем чтобы за мной осталось последнее слово. Желание господствовать над другим человеком. Когда наш ум, нашу волю и наши чувства управляет Бог, которому мы друг друга доверили. А иначе в брак вступили два эгоиста, два себелюбца, два самодовольных гордеца. И попробуй-ка реализуй свое намерение жить вместе Одной жизнью, когда уже нет твоей личной жизни, есть наша общая жизнь, и я, постепенно забывая про себя, все больше и больше живу интересами другого человека. Кому это под силу? Да никому. Страсти не дадут реализовать этого намерения. Поэтому мы видим сплошь и рядом вот такие истории, когда слабое человеческое намерение напарывается на свои же собственные страсти, когда. Стоит только сойтись на одном квадратном метре, вскоре после того, как поссорились, как следует новая ссора, по новому поводу или по старому поводу, это не имеет значения. Люди как одноименно заряженные заряды отталкиваются друг от друга, но потом вновь пытаются соединиться и истощают на этом весь свой жизненный ресурс, разочаровываются друг в друге, в жизни, в людях. Иногда и жить после этого не хочется после такой неудачной попытки самонадеянной создать семью. Мы имеем в истории, и сейчас мы имеем, слава тебе Господи, уникальный феномен потрясающей красоты и надежности христианский брак. Там, где муж и жена предстоят перед Богом, и семья, по сути дела, создается и зиждется Богом самим. Когда люди смиренно веряют Ему друг друга и молятся друг за друга, молятся за своих детей, а потом молятся вместе с детьми. И дети, очень рано обнаруживающие недостатки своих родителей, видят своих родителей молящимися всесильному, совершенному Богу, приносящему Ему свои недостатки и желающим, желающими исправить свою жизнь по Богу. Вот это самое надежное, что может быть. Это никогда не даст упасть родителям в глазах друг друга и в глазах своих собственных детей. Это никогда не, не станет э, поводом для раздора в семье. Наоборот, это будет все время скреплять и скреплять. Благодатный брак это самый ну, прочный человеческий союз, который только можно представить. Поэтому наша беда в том, что сейчас этому никто не учит. Мы знаем, что есть семья. Мы знаем, что у нас есть желание ее создать. Но где мы подчеркнем информацию о том, как, на чем основывается семья. Если мы останемся вне общение с Богом. Все лучшее, что мы знаем и умеем на тему семьи, мы вынесли из церкви. И если мы на исповеди не были ни разу, то при том, что мы крещены, то вряд ли мы можем рассчитывать на то, что у нас что-то получится из нашей попытки создать семью. На мой взгляд, сейчас... Семья ⁇ это самая главная забота всего нашего народа и государства. Потому что наибольший ущерб после богоборческого режима коммунистического потерпела именно семья. А семья ⁇ это то, что является молекулой вещества. Если эта молекула есть, и там все составляющие, все атомы на месте, и она имеет правильную, эта молекула имеет правильную конфигурацию, то тогда все вещество является тем, чем оно должно быть, чем оно задумано. Так вот, из этих молекул состоит народ, из этих молекул состоит общество. Из, этого, из этих молекул состоит церковь, из этих молекул состоит государство. Без семьи нет ни народа, ни общества, ни государства. А на сегодняшний день институт семьи, к сожалению, зачастую выглядит вот именно так. Что-то такое саморазрушающееся, разлагающееся, как труп. Я думаю, что именно угроза существованию семьи и всему, что с этим связано, все, что связано с семьей, когда-то заставит нас по-настоящему каяться и обращаться к Богу за помощью. Ну а в данном случае я могу посоветовать только одно. И спросить друг от друга прощения и вместе прийти на исповедь. Покаяться во всем том, что не дает принимать другого человека таким, какой он есть, смиренно принимать его слабости и недостатки и быть заранее готовыми прощать друг друга. В следующий раз мы продолжим наши врачебные консультации. Я напоминаю вам о том, что вышел в свет комплект дисков с моими лекциями «Школа православного самосознания», которые вы можете заказать по телефону в Екатеринбурге 219-71-21 или на сайте Боровских. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом.